Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Dying Light, но перед тем я хочу извиниться за прошлую серию. Да, я не знаю, как так произошло, но у меня запись просто остановилась. Как бы места на жестком диске у меня много. Я не знаю из-за чего, но возможно я случайно нажал, не знаю точно, но она просто вырубилась. Я этого заметил поздно, я уже даже думал, что я серию полностью записал. Но объясняю, что вы пропустили. Короче, после того, как я открыл тот магазинчик... Так, пройдемся здесь. Открыл тот ту аптеку. Да-да, хорошо. А, ну да, надо же вернуться, помочь этому бедняге все-таки. Я так и не дошел до него, не помог. Я сразу, когда вернулся в башню, я взял задание, ну, насчет этого зеленого, даже не знаю, как назвать, честно, вот, зеленка пусть будет. Зеленка этот монстр. Взял я, короче, узнал у этого, который, ну, кому надо эти грузы отправлять, вот которые падают от самолетов, вы собираете их, грузы эти, и относите ему, вот, к нему, кладовщик, вот, вспомнил. Дошел я до него, он рассказал мне, что это за твари, ну, я пошел одного ловить ночью, да, мне пришлось бежать до другой зоны, которая ближе к нему, я даже могу... показать, где эта зона. Зона находится вот здесь. И потом я сюда дошел. Или подожди-ка. Не-не-не-не-не-не-не. Ребят, не это. Вот, по-моему, нет, тоже не то, блин. А, так вот. Я сюда добежал и убил его. С арбалета, он быстренько умер с одного выстрела. После этого я вернулся к доктору Зере. Такой доктор с самого начала. Он меня познакомил с другим доктором. Но перед этим он сказал, что данный что-то мутант. Какой содержит вакцину в себе. И вот надо им что-то помочь, но сейчас я иду помогать другому. Рахим каким-то наглым способом взял взрывчатку с другими ребятами и пошел взрывать гнездо вон то. Ну дурак, ну что тут сказать. Вот оно, по-моему, изолировано это место, я не знаю почему. Ну как бы суть в этом. И... Когда я здесь заканчивал серию, я что-то даже не заметил, что я заново запустил запись. Вот что так, то так. Oh, дурак дураком. Ну ладно, что сказать, бывает. Да дайте что-то интересное. Ладно, пойдемте. Сейчас, секунду. Осматриваем его. Брэкен, где же ты? Брэкен, это я. Брэкен, это я. Я нашел тело Махайса, никаких следов нет. Черт, как думаешь, куда он пошел? Я сказал ему прятаться в депо. Найди его, слышишь? Этот мелкий засранец должен выжить. Засранец, это еще мягко сказано. По-моему, сейчас что-то здесь должно упасть.
Так. Давайте пока в депо, ну, никого нету. Значит, здесь где-то. Во. Так, ну все. А, хотя, что я говорю, все, тут еще есть ящик. Ну, с этих ящиков всегда, которые, ну, открываются за пару щелчков, а у них всегда говно бывает, валяется. Здесь чувак, которого надо защищать. Это, ну, чисто если хотите, потому что это бесполезно. Хотя, может, я тогда был не прошаренный, когда я, ну, этим занимался. Я там что-то слышал. Там, походу, будет здоровяк. Здоровяк наш, любимый дружок. Конечно, новые здоровяки появятся только чуть позже. Давайте иди сюда, долбая тварь, я разнесу вас всех нахрен. Ой, мать, мать, мать. Ты чё ещё шубаешь, блядь? А ты как умер, дорогой друган? Так, ну все, кажется. Опять ты, блядь, плювалка, блядь. Где это, блядь, плювалка? Верни мой болт, блядь. Кстати-ка, я могу еще болтов насоздавать? Я начинаю привыкать к этой пушке. Все. Ну, мне одно нравится, что хватает всего чуть-чуть ингредиентов, чтобы создать болты для них. Создать 15 болтов производится. Для этого нужен один гвоздь и одна металлическая деталь. И вы представляете? 15. Это получается, нужно 4 металлических детали и 4 гвоздя, чтобы заполнить максимум 60. А больше, кстати, не вмещается. Вот, смотрите, видите? Рахим! Крейн, я думал, что умру. Я запустил бомбы. Черт, у тебя кровь. Ну, я поранился, ерунда. Ради бога, иди туда уже. Ясно, не двигайся. Здесь на станции есть вход в канализацию у запасной стены. Иди в туннель. Но это одна из сложных миссий. Сейчас вылезем, я резко нажму на М.
А, ну вот я. В это место, как я... А, подождите-ка, это какого? Он считает, что я все еще здесь, но я где-то вот здесь. Видишь здоровенную древнюю трубу? Иди туда и, короче... Ай. Да ёб твою мать, карабкайся. Okay, first one set. Okay. Не расслабляйся, иди на лестницу. Да пошел ты! Так, прыгаем вниз. Ну, я еще, кстати, на удивление быстро справился, так. Я заодно посмотрел, запись-то идет. На всякий чисто пожарный. Рахим, получилось, твой план сработал. Рахим, ты слышишь меня? Блять. Ну, вообще-то он сказал и правда, черт. А, да ладно. Что происходит? Не понял, ну ладно. Но плавать в этой игре еще придется. Рахим, это я, получилось! И тут такой неожиданный поворот. Рахим, тебе надо было это видеть. Она взорвалась. Она... К чертям. Черт! Нет, 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 Рахим, стой! Рахим, это же я, это я, дружище, Крейн, господи! Рахим, стой! Это грёбаный укус. Ты малолетний кусок дерьма. Боже, Джей. Вообще-то, по-моему, кусок дерьма. Крейн, как слышно? Что у тебя там? Брейкен. Рахим. Рахим погиб. Черт, возвращайся! И не говори Джейд! Пока не надо! Да, я когда впервые увидел этот поворот, я сам был в шоке. Ну, хоть он и клишированный, я бы сказал бы. Но... Все-таки... Жалко, пацана. Рахим умер. Я поверить не могу. Что мне теперь делать? И что я скажу Джейд? Надо возвращаться в башню. Придумать, что ей сказать. Жалко, тут быстрого перемещения нету, но может кто-то придумает потом, ну, во второй части. Спустя многие годы. Ну, мы, кстати, я думаю, еще не скоро увидим вторую часть, ее стопудово
сделают. Когда выпустят консоли нового поколения, тогда и выпустят Dying Light. А если получается она в этом году выйдет, то она и в этом году игрушка. Ну, даже чуть-чуть в следующем может. Смотря, посмотрим как. Точной даты релиза еще пока нету консолей новых. Давайте-ка пройдемте. Здрасте. Здрасте, блять, господа. Неожиданно. Честно, было это вообще неожиданно. Поворачиваюсь, и там такая мать набегает. Здрасте. Есть компания Reflame. Может, не закажете у нас? Raheem's dead. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up. Да, блядь, что происходит? Что, блядь, происходит? Мне же, по-моему, башню надо было, не? He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. А, я немного не туда пришел. Брекен. Брекен? How did he die? Как он умер? Я его убил. Он опоздал, он обратился. Клянусь, у меня не было выбора. Слушай, он был моим другом, лучшим другом. Я знаю. Он меня до белого коленя доводил, но я любила его как сына. Мой друг умер. Мой брат умер. Я ему поверил. Я доверил ему взрывчатку. Если бы я не остановил его там, возможно, он был бы жив. Я оставил его там. О нет, Джейд! Джейд, стой! Джейд, черт побери! Дай ей время. Ей надо смириться. Зеры, черт! Черт! Спускайся, не дай ему схватить! Его схватить. Что происходит? А я могу назад залезть? Здрасте. А вы в курсе, что у вас окно открыто? А, ну они решили такое проветривание сделать. Рвануло вон там, а задело наше окно каким-то образом. ЧЕГО?! Какого чёрта, блядь?! No. Сука, блядь.
Блять, достаю! Мы долго тебя ждали. Тогда шевелись, выбирайся из... Что-то я не понял, он... Мать, там никого нет, они забрали Зера и укатили. Черт, Брейкин, Зера похитили, трейлер горит. Проклятие, вот что происходит, его тронут, если тронут Раиса, не стоило. Наши ребята заметили толпу бандитов на пути к штабу Раиса, наверное, туда забрали Зари. Ты пойдешь туда, найдешь его и вернешь его живым, слышишь? Ну да. Повышение уровня. У нас уже 10-й. Это что... Обыск труп... Ой, да. Обыск труп быстрее. Но я сейчас вернусь в штаб. У них реально окно разбито, а давайте посмотрим, оно как бы и с другой стороны разбито, но это было бы логично. Так, подождите. Вижу, груз упал. Мы ходили вот сюда. Смотрите. Ладно. Груз далеко. Ну, вообще приблизительно. Я боюсь, что если я сейчас посплю, этот груз исчезнет. Так что рискнем и пойдем. Ну, здесь, кстати, еще и дом, смотрите-ка. Здрасте. Лук. Томагав, скажем так. Так, ну это давай, я эти стрелы я не собираюсь покупать. Ну а смысл? Остаться-ка, сколько у меня стрел? Еще осталось. А я могу их тебе продать? Что-то я не вижу, чтобы я мог.
Так, вот это давай продам. Вот это. Все остальное, я думаю, разберу. Инвентарь. Если надо, я что-нибудь создам. А вот эту винтовку, кстати, можно и продать ему. Мне лично она не нужна. Пластик. Ну, четенько прошлись и собрали все. Скоро мы прокачаем навык с крюк-кошкой. Он, по-моему... А, так, вот это, давайте посмотрим, что тут есть. Ударяя во время скольжения, можно ломать ноги врагам. Оглушать врагов? Да я даже не знаю. Ну, давайте это, потому что, ну, вот если это прокачивать, использует метательные, когда вы оглядываетесь во время ускорения, это поможет остановить преследующих вас мутантов. Ага, ну, можно было бы. Так, давайте-ка назад, и крюк-кошка у нас будет на 12, ну, совсем чуть-чуть осталось. Пойдемте, я в башню вернусь. Так, кому-то нужна помощь. Обыск-то и вряд ли, смотрите-ка, очень быстрый. Ах ты говнюк. Thanks. That loot wasn't even worth it. I hope you're on your way to Ryas's garrison. You better be. Там кому-то в башне еще нужна помощь. Подожди, перезапустить станцию. Найдите дом Гази. Ладно, забьем на это все. И побежим в штаб Раиса. А что в силе у нас откроется на этом уровне? Станьте экспертом боя. Вы получаете еще... больше выносливости и допуска к набору добиваний. Да? Да? Ах ты мразь! Исчезни! Ебать, у него там растяжка! Надоели мне это говорить уже.
Мне казалось, я уже прикончил. Ага. Там еще какая-то падала, смотрите-ка. Ой, блядь, это плювалка. Так. Блять, я тут что-то думаю, что он мне идет, а там меня столб заградил, прикиньте. Неожиданно. Хватит старать. Так, ну я почти, по сути, добежал, да? Ну, вообще, да. Здесь кто-то спал. Ушел. Да-да, вы очень страшный, мистер. Большая здоровая башка. Не знаю, не придумал что-то лучше. Штаб закрыт, все входы перекрыты. Не знаю, смогу ли войти. Найди вход, проверь сзади, но не делай глупостей. Эти твари тебя на куски порвут, если заметят. Ну да. Я могу сразу их вот отсюда вот снять? I swear I saw something. Who's there? Не вижу его. Вот, ну как хотите, убейте. А можно ли вообще залезть по-другому, не как игра хочет? Так, еще немного надо. Понял. Okay. I found an entrance. Can't say it was easy though. I'm going in. Just
keep your eyes open. Good luck in there. Да еп! Я просто хотел запрыгнуть, дурачок ты. Ой, здрасте. Говно. И ты говно. Там, если что, найдешь, как подняться, да? Хорошо. Можно вообще спуститься, подобрать у них пушки, потому что пушки-то дорогие. А давайте, что мы теряем-то? Как бы залезем-то мы еще раз, это как бы ничего страшного. Вот. Одну скотину я здесь убил, я помню. Вторую скотину я там. Не Ализа, блядь! Я тоже могу быть злым. Ну, что тут сказать, люди давно не ели просто. Ну, другого объяснения я не вижу. А вот то, что я рукожоп, я это вижу прекрасно. Не надо мне ничего об этом писать, говорить. Я знаю, что я рукожоп. А у них тут секретиков никаких нету на крыше. Что-то-то е... Ой, здрасте. Да, спасибо. Так, давайте-ка я починю заранее оружие. Оно-то пригодится нам. Сука, я иду мне срать. Оно прям рядом, вот ребят, вот рядом упало. Сука, уйдите, у меня тут и важна, блядь, сука, миссия. Я хочу этот сумочку.
А дело в том, что за них неплохо дают очки выживаемости. Чем больше мы притащим, чем больше дадут нам. У меня только вот один вопрос вот к этому. Где парашют нормальный? Ладно, все, пойдемте. Если эти говнюки... А, нет, эти говнюки уже ушли. Да, сидели-то они здесь. А подождите-ка, а у нас останется это все? Блять, до башни далеко. Ну ладно, будем надеяться, что это все останется. Конечно, опять это лазит. Ну ничего страшного, ребят. Как бы... Ну, растянем мы прохождение чуть-чуть. Но главное, мы будем прокачаны с вами. Как бы так вот. А вход? Ага. Нашел. Привет, Гордон. Фриман. Так, а вот теперь я что-то запутался. Куда идти? Сюда, получается. Ну да, я так сюда и не дошел, кстати-ка. А если я выйду? А, все уже. Главное, чтобы мне потом все эти нищечки-то вернули, чтобы я пришел к кладовщику и сказал: «Держи, дай мне очки этих выживания». Гравила Лараиса похитили Зеры, ограбили трейлер и забрали все его оборудование. Если он подготовил пакеты с исследования, их тоже забрали. Это Крейн, мне нужна помощь в ВГМ, прямо сейчас. Очень жаль, агент Крейн, это Министерство обороны. Чё за хрень? Что происходит вообще? Влияние ВГМ в городе уменьшилось. Мы берем ситуацию под контроль и объявляем Харан целью по коду ОДИН. Кода 1. Подождите, стойте. Не отключайтесь, вы не можете просто разбомбить город. Тут сотни невинных людей, тысячи. Не имеет значения, наши действия спасут миллиарды жизней. Полагаю, вы это понимаете. Так, ладно, слушайте. Здесь находится ученый, его зовут Зеры. Он работает над вакциной. Он почти закончил, я его видел исследование. Приятно к сведению. Принято к сведению. Один ученый в разрушенном городе получил полезный результат. Да, шансы ничтожны, но у вас 48 часов. Заебись. 48 часов. Заберем все, что у них есть. А им-то это больше не надо.
сигарет, пачка сигарет. Такая у нас, оказывается, курит. Смотрите, курящий человек. А чё это? Сидели здесь, бухали. Всё у них есть. Подождите-ка, я сюда заходил. А, так вообще не хочет открываться. Ну чё, идём? Shit, it's broken. Чёрт, сломано. Попробуем взломать. Ну всё. And we're in. И мы входим. Сейчас все здесь у них поблутаем, все заберем. Ну а что? Ну как я уже ранее сказал, это им больше не нужно. Потому что пришел Крейн и забирает все и убивает их. Все остальное за другой стенкой. Комплект аптечек. Что-то алкоголя я заметил, очень стали много кидать. Когда я впервые проходил, такого, ну, не было. Разве не на этом этаже когда-то ходили? А, нет, мы ниже. Ой. Ну, случайно выстрелил. Подождите-ка, а тут нету другой лестницы? Любопытно стало. Я-то вот в эту сторону-то не ходил. Ой, здрасте. Ну и потом эти ножи тупо продам. Сколько я всего пропустил? Так. Ага. К сожалению, выше не подняться. Where are you, old friend? Где ты, старый друг?
Так. Вот, падала здесь сидела. О, батончик. Еще батончик. Энергетический, тем более. Брекен, не могу найти Зеры, похоже, тут пусто. Там есть подземный уровень, может он там? Так. Еще чуть-чуть. Вот. Открываем. Почему он сразу не может открыть, когда, ну, забирает это все? Так, ломик. Так, еще буквально 6 мест. Если надо, я еще и вот эти выкину. Мне поглючило, что там кто-то гулял сейчас. Во! Просто эти автоматы можно просто будут в будущем продать. И не за неплохие бабки, как бы. Поэтому я люблю, как бы, их собирать. А я все здесь собрал? Ну да. Ха, уже сразу вижу этих говнюков, хоть и они все-таки показаны. Ну... Все-таки считаю, что придется их выкинуть. Ну, сами понимаете, просто я лучше соберу оружие у всех, чтобы потом это же оружие взять и продать. Я это еще забрал. Выкинуть. Ну, еще одну можно поставить. А давайте-ка. Так, секунду, ребят.